Вітаю, шановних краян, в ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні в студії «Коліс ТВ» член Національної спілки письменників України, поет, прозаїк, есеїст, перекладач Олексій Бінкевич. Олексій Станіславович, після нашої останньої зустрічі щось написалось? Какая-нибудь нова книга готується к изданию? Да, издана ще нічого не було, а книга готується. Книга буде називатися «Перекличка з Рабіндранатом Тагором». Я відкрив для себе такой пласт культуры, который еще нашему современнику почти не знаком. Тагора у нас переводили, но переводили в прозе. А я попытался перевести это поэтическим языком, так как оно у него написано в оригинале, на бенгальском языке. Но потом сам Тагор где-то 59 лет, по-моему, задумал перевести свои стихи на английский язык и перевел их, но перевел уже прозой, за что, правда, в 1913 году получил Нобелевскую премию по литературе, первым из восточных писателей. И вот я, работая над этими переводами, ну, переводами их нельзя назвать, потому что на бенгальском языке они звучат в другой ритмике. Нам к этой ритмике очень трудно приспосабливаться. Поэтому я просто, вот как мне Бог диктовал перевести эти стихи, так я их и перевел. Вот. Пример можете привести? А пример я сегодня попытаюсь почитать вам. Пожалуйста. Эти переводы. Потому что книга готовится, работаю над ней. Вот даже собираясь к вам в гости, я перечитывал, когда то какие-то мелкие правки вносились буквально вчера. Так что с удовольствием почитаю вам. Будут странствия долги и выбор суров в колеснице рассвета, грохочущей грозно, я отправился в путь по пустыням миров, оставляя следы на планетах и звездах. Этот путь самый близкий к себе самому, но и самый окольный из всех мне известных. Он и самый запутанный путь потому, что ведет к простоте совершеннейшей песни. По далеким мирам стану странствовать я в исполнении мечты, необузданной вере, чтоб в итоге достичь своего алтаря. Должен буду стучаться в закрытые двери, и когда я достигну безвестных миров, что себе рисовал только в воображении, то спрошу у него: здесь ли ты, душелов? И душа, обретая достойное зрение над печально пролитыми реками слез, воды коих пространство заполнили верой, вдруг услышу, пройдя сквозь суровый гипноз: я есть здесь, и воздастся мне полною мерой. Вы сказали, что мелодику и ритмику санскрипта невозможно передать, то есть она нам будет непонятна, да? А смысл, а текст, то есть у человека так и написано о мироздании, о
да, и так далее. Да, да, да. Вот как же это странно, что... То есть глубоко философская поэзия, да? Уже второй век пошел после создания этих произведений, а они все так же актуальны, как будто бы написаны сегодня. Поэтому меня, наверное, это и заинтересовало. Это как бы разговор с Богом у него происходит в этих стихах. Это такое произведение называется «Гитанджали» на бенгальском. А переводится это слово, как бы состоит из двух слов «гита» и «анджали». Гита – это песня, а анджали – жертвоприношение. И вот как бы жертвоприношение песен, вот так оно задумано было автором. Вот он к Богу по-разному обращается. Он его называет наставником, как вот в этом стихотворении, идущим по звездам, товарищем, другом. Вот в зависимости от того, какое содержание он вкладывает в стихотворение, вот он так и к Богу как бы приближает это повествование. «Не ведаю я, как ты поешь, наставник, я слушаю в безмолвном изумлении свет песни, что меня врасплох застанет своим прозрением». Небо озарением, поток священный сокрушит преграды, неся стремглав, тогда как сердце хочет покоя и немыслимой награды братания с мудрой музыкою ночи. Однако тщетны все его попытки отсечь зерно раздумья от половы, иссяк мой голос, подвергаясь пытке, произнеси хотя бы одно лишь слово, способное стать музыкой. При свете всех звезд вселенной я забрел в кустарник. О сердце, как ты угодила в сети, которые расставил мой наставник. Молю не об убежище картонном, где я грозу сумею переждать, пошли, Господь, бесстрашие, с которым сумею бури сердце упреждать. Позволь не клянчить, чтобы стихли боли, дай сердцу силы храбрость раздобыть. Союзники нужны на поле боя. На поле жизни сильным надо быть. Не дай мне прозябать в тревожном страхе, терпение дай свободу обрести, а будет голова лежать на плахе, дай мужество мне палача простить. Все неудачи, все невзгоды — мусор. Развей мой страх, что как туман возник, и я тогда перед судьбой не струшу, из уст твоих приму любой вердикт. Ну и скажите, пожалуйста, а весна, сирень, какие-нибудь лирические стихи навевает? Бывает, но как-то редко. Редко. Чем дальше, тем реже. Все да. Больше философии теперь. Вот как-то уже хочется задумываться о вечном, о жизни, о конце жизни, может быть, и рано, но все равно это неизбежно. А как раз вот эта вот книга, эти стихи тагоровские, они и мудрые, и такие крепкие, вечные, можно сказать. Кроме Тагора, есть еще кто-то из авторов в работе? Как всегда, моя любимая Лина Костенко, я ее перевожу постоянно. Вот сейчас есть проект в России издать ее роман
записки украинского сумасшедшего. Лина Васильевна взяла мой перевод и рекомендовала для издания в Санкт-Петербурге. То есть, несмотря на якобы плохие взаимоотношения между Россией и Украиной, в слове, в этом направлении продолжается сотрудничество. Я знаю, что публикуется и наша Ирина Евса в санкт-петербургских изданиях до сих пор. Да. И не прекращает. Культурная жизнь как бы между народами не прекращается никогда, мне кажется, при любых обстоятельствах. То есть музы не молчат, когда говорят пушки. Да. Политики своим делом занимаются, литераторы своим делом, художники своим делом, композиторы своим делом. Каждый в меру своей возможности, своего таланта старается ту нишу, которая ему Богом предназначена, заполнять. Когда юным был мир, и сияли все звезды реально, собрались вместе боги и тихую песнь завели. Как здесь все совершенно, как грамотно, как идеально первозданному миру таким же остаться велим. Но один из богов, что дремал на задворках вселенной, завопил, что есть мочи, внимание к себе приковав. Цепь светил прервалась где-то в области стылой вселены, вместо света звезды дыромахой зияет провал. Золотая струна арфы на полушаге запнулась, песня вдруг замерла, и в смятении вскричали они: «Как же так получилось, что утром звезда не проснулась, и во славу небес не горят золотые огни?» С незапамятных пор боги ищут и ищут пропажу, и кого угораздило звезды с небес воровать, а мифичные парки с тоскою взирают на пряжу, меж собою решая, какую им нить оборвать. Хозяин всех миров, что космос сотворил, обязан ли стоять я пред лицом твоим? Ты к небесам своим всю жизнь благоволил, а будем ли стоять мы пред лицом твоим средь суетной толпы, пою работе гимн? А должен ли стоять я пред лицом твоим, когда ж в последний путь пойду твой пилигрим? Кто знает, как мне встать перед лицом твоим? Есть у вас и вот такой, Алексей Станиславович, война. А я молюсь за травы, за терны, за карагачи, за листья клёна и агавы, что превращаются в мечи. Молюсь за утреннюю хвою, за ель чеченскую сосну, что как бойцы готовы к бою, ни днем, ни ночью не уснув. Молюсь за кизылы на скалах, чинары, явры, дубы, что против пришлого нахала встают знаменами борьбы. Молюсь за грабы и за лозы, за можжевельник на пути, где оккупанты-смертовозы живьем не смогут перейти. Молюсь березам и сирене, кустам на пепелищах хат, что маскируют заселением железом мести и расплат. Молюсь за перелески, чаще, за непролазность ивняка, где можно раненым, болящим передохнуть наверняка. Молюсь за ласковую розу, за цепкий и колючий глед, что, став в естественную позу, орде прохода не дает. Молюсь за молодую зелень, за пастбища и за хлеба, за то, что их душа весельем и травит, и клеймит раба. Молюсь за вербу и калину, что собрались на клич к огню, чтобы полечь за Украину
где умирают за Чечню. Ну вот, видите, оно как перекличка войны чеченской и войны в Украине оказалась ваша молитва, написанная еще в 95-м году. Юрий Васильевич, это не моя молитва, это молитва принадлежит, это мой перевод, опять-таки. Потому что я люблю переводить то, что мне на душу вот легло. Мне хочется, чтобы оно было знакомо и большему количеству людей. Это книга Дмитра Павличка «За нас», вот, в которой он выступил таким рьяным поборником Украины, каким он и есть по жизни, и встал за Чечню, за ту Чечню, которая восстала против наглой России в свое время. Ну, к сожалению, теперешняя кадыровщина забыла о том большом человеке Дудаеве, который пытался поднять Чечню против России и пошла против Украины. Мы знаем, что чеченцы воюют в Донбассе против нас. Но думаю, что все равно восторжествует правда, восторжествует справедливость, и победа будет на нашей стороне. И наконец-то наступит мир. Да. Ну, с пожеланием всего этого я хочу і закінчити нашу передачу. Це була програма «Слобожанщина. Слово», в якій взяв участь харківський поет, перекладач, член Національної спілки письменників України Олексій Бінкевич.